дороге в Маринку, тут остановились на заправке, такой БТР, сзади меня стоит, интересный. Настроение прекрасное, спать не хочется, вот этот БТР, военная техника. Находимся у школы Маринки. Вот такие вот баррикады, если видно, да? Привезли подарки. Вот такие штуки на окнах, на дверях. Это чтобы осколки, видимо, не попали сейчас. Школы, вот видите, дети учатся, город бомбят, дальше будет лучше. Бомба сховища, вот, и указан путь, куда идти. Ну, вообще очень так непривычно, как бы мы живем на юге страны, и там вообще войной не пахнет, да, кроме каких-то, то есть, новостей только об этом. Но тут действительно тот город, который бомбили, и сейчас тут находятся войска за городом, и люди говорят, что периодически происходят обстрелы. Ну, по городу видно массовые разрушения, к примеру, и не по себе немного. Привезли подарки в начальную школу номер 1 города Маринка. Будем радовать детей новогодними подарками.
собрался на утренники в первой школе. У детей тут настроение праздничное. Все ждут сейчас участников торжества. И мы ждем выхода. Пастор будет выходить в костюме Деда Мороза. И будет все хорошо. Потому что с нами Бог. Слава Богу за Украину. Такие интересные флажки у наших братьев. С нами Бог. Аминь. Вообще двоякое ощущение от пребывания в городе. Вроде бы понимаешь, что тут, ну, абсолютно рядом идут обстрелы, идет война. То есть, ну, у нас совсем этого не чувствуется там в Одессе. Как бы, ну, народ спокоен. Слава Богу за мирное небо, но здесь, находясь здесь, понимаешь, когда ты видишь обстрелы, дыры в зданиях, то поневоле задумаешься, что Бог, Он держит свою руку защиты, являет милость, и мы здесь по Его совершенному призову, чтобы привезти детям подарки, чтобы благодарить всех, кто причастен к этому. Слава Господу. Очень доволен этой поездкой. Ну, все, что мы планировали, мы сделали, передали всем подарки. Ну, пастор, сейчас будем ехать в Угледар. Там еще мэрии нужно передать подарки. И будем направляться домой. И пусть Господь нас благословит. Всем всего самого лучшего в эти новогодние праздники. Слава Иисусу!